днях решил развести чулане на хате, выкинуть пизду весь хлам. И тут вот тебе нате, в кармане старой черной кожаной куртки нахожу коробок полный убийственной чуйки. Я этот куртет в последний раз одевал 94-м на стрелку. Какой-то хуй тогда проткнул мне острым грудь, а я ему книги снес на мой коленку. После этих приветствий начался мрачный замес. Но не будем о мясе, главное все заебись, и я здесь. Куртиз пробит как кино, чуть повыше сердца, и до сих пор вся подкладка пятнами в черной крови. Но заебись, что в кармане на дне, как прошлое дверце, затихарился полный корабль той самой травы, той самой, от которой даже самые болтливые становились тише воды. Той самой, от которой даже самые прожженные усывались от ерунды. Той самой, от которой даже самые башковитые оставались без головы. Помню, я этот корабль цепанул на ВДХе у Неманов, чтобы после стрелы попустить малеху своих злых демонов. Все пошло не совсем гладко. Лето прошло в больничке, корабль с чуйкой забылся, как и другие нычки. От корабля осталась уже половина, и я скажу лишь одно: сыпай нахуй все эти хейзы, шмейзы и амнезия заодно. Это не то говно, что сейчас кровят дети под искусственным светом. Этим занимались седые мужчины в Чуйской долине знойным летом. Такой став на каннабис-кап, за всю историю каннабис-кап не курили. Ну и правильно, а то, не дай бог, губы у них попав запретили. Да мы одним коробком с друганом людей штабелями валили. С кем только мы ее не курили, и все одно говорили. Вернее, не говорили, какое-то время ничего не говорили. Сухими губами воздух тихо ловили, красными белками глаз непонятки водили. А когда чуть себя приходили, хуели, немели, мучали, головой качали, снова немели. А сколько необъяснимого с нами под ней случалось, даже Скали и Малдер мне в жизнь бы не разобрались. Помню, пришли мы как-то к цыганам на серьезную терку. Я взорвал штакет, цыгане насыпали горку. Да базарились тогда охуительно, без всяких слов. Молчаливая договоренность созрела сама внутри голов. Куртец и травёха разбудили ностальгические чувства. То, что, бля, мы творили, это было в натуре искусство. А сейчас тупая стыдоба вокруг, одни стойки и сопли. Не то, что тогда звонкие звуки жизни, крики, проклятия, вопли. Курнуло еще и что-то резко захотелось обратно. О боже, ебать, как же жить тогда было приятно. Пожалуй, выкину все, а куртец на память оставлю. Приколочу последнее, откинусь в кресло и счастливую старость представлю. Кровосток.